Здравствуйте, мои дорогие зрители, мы с вами продолжаем проходить Half-Life на PlayStation 2. Так, давай ты не будешь перебивать меня, когда я говорю, окей? Я тут делаю интро, блин. Ты начинаешь балаболить. Ну, каждый раз кто-то мне мешает делать интро. Так, чё, в прошлой серии мы с вами всё-таки прошли те... пески, то есть там вот этот был на поверхности такой песчаная местность такая, можно сказать. Чё по геймпаду? Короче, я повозился немножко с всё, чё там стреляют? С геймпадом, короче, я повозился, а стик, ну, короче, его уже менять пора. Просто-напросто, я уже неоднократно говорил, что геймпады как бы старые, консоли старые, и возможно, ну, будут какие-то проблемки вылезать еще. Ну, это по понятным причинам, так как PlayStation 2, когда у нас вышло? В начале нулевых? 2000 какой там был? Второй? Пятый? Что-то типа того. Может, даже 2001. Ну, фиг его знает. Xbox, по-моему, раньше вышел. Если не ошибаюсь, Xbox вышел, по-моему, в 2002, а PlayStation 2, по-моему, 2005. Вроде бы. Ну, я просто не помню, когда вышло. Вот. Давненько я что-то не смотрел вообще историю, ну, какие консоли когда выходили. Поэтому ладно. Давайте... Я уже, видимо, сохранялся, поэтому нам не надо. Ой, не на ту кнопку нажал. Я просто хочу сейчас все проверить, все кнопочки, потому что я еще пока... не проверял. То есть у нас, получается, квадрат и кружок не используется. Ну, понятно, ну ладно, по мере тогда... Оу. Ну вот это работает. Эти триггеры вот эти, да? Ну ладно, погнали, короче. Чё, ты сам едешь? Чё тут? Кто-то тут фигарит. Ящик какой-то. Ящики пусто. Кстати, я давненько уже не записывал, честно говоря. Я уже подзабыл, что да как. Куда бежать? Где что надо делать? Что-то да, я прям в районе недели, наверное, не записывал. О, сейчас сюда этих чебардосов накидают. Он побежал. Оу, щит. Капец, блин. Ой, дурак, уходи оттуда. А теперь можно идти туда. Кстати, это его нога. О, она пропала. А, вот она где. Я ее пинул просто нечаянно. Нога валяется. Так, ну это типа... Оу! Да ё-моё! И чё вы предлагаете? Не, ну как бы... Ладно, чтобы не бегать, я сейчас здесь сохранюсь. Я могу, в принципе... Знаете, что сделать? С этой пушки? Ау. Понял. Одна ошибка, и мне капец. Навестись? Ага, фиг тебе. Надо просто бежать, я понял. Просто бежим. Ау, нет, не получается просто бежать. Я вас понял. А, точно, у меня же есть это. Во. Вот что у меня есть. Прям буквально. Так.
Да ёкарный бабай, вы издеваетесь надо мной? Что ли, может мне ближе сюда встать? Пока меня не видит. Чё, это сработало, нет? Сейчас поглянем. Нет, это пока. Я попадаю вообще? Ау. Походу я не попадаю вообще ни хрена. Но я убил? Да какого хрена, блин? Как тут пройти? Эй! Ау. Я попадаю по ней. Ба, вы чё, блин? Тут три ракеты я пустил. Я попал тремя ракетами. Чё нафиг надо? Какого хрена? Три ракеты было. Три ракеты. Какого чёрта? Чё-то я вообще понять не могу. Видимо, не так надо проходить это. Видимо, так надо проходить. Ну окей. Йоу, мэн. Хе-хе. А чё тут? Ау! Какого черта, блин? Сволочь такая. Наконец-то. Капец. Так, чё дальше? Не, ну можно было бы... Так. Чё-то я чувствую, что тут будет. Да. А тут этот... Снайперок. Куби. Куби. А, он умер. Ну это контрольная, короче. На всякий случай. А я могу? Видимо, нет. Чёрт. Эй! Чё это было? Подожди. Чё-то не понял. Прикола. А я могу вот этой штукой? Мухами. Эти, кстати, мухи возвращаются. Вау. Прикольно. Альтернативная такая атака. Сучка! Ладно, окей. Okay.
Да, ёкарный, вы чё, блин? Какие-то мудилы, блин. Чё взять мне лучше? Знаешь, чё? Старая добрая М16, пошли вы в жопу. Кто там стрелял? Кто-то что-то стреляет. Старая добрая М16. Я понял. Не, кстати, стик получше стал. Не так сильно это. Я его почистил и подсмазал. Не знаю, вообще можно смазывать стики или нет, но я взял такую смазку, которая не разъедает пластик, кстати. Довольно такая щадящая она. Вот. В этом плане. О. И, короче, получше стало. Но менять, конечно, стик нужно в лучшем случае. В худшем он навернется. Но у меня есть, в принципе, геймпад. Я могу его попробовать еще. Ну, то есть еще один есть, и попробовать его починить. Пойдешь со мной? Открывай дверку. Интересно, а если бы он умер, у меня... Оу, черт. Вот. А ты просто смотри, ты богатый, черт возьми. Они могут сломать просто ящик? Слушай, да ты богатенький буратино. Я понял. У тебя большой арсенал. Молодец. Кстати, чё? По-моему, в плойке и ПК-версии вот этот вот коридорчик, он, по-моему, меньше, чем в компьютерной версии. По-моему. Типа, если вот различия такие смотреть. Так, а чё теперь? Куда? Тут некуда. Может быть, внизу? Потому что что-то наверху, больше нет никаких проходов. Откуда эти звуки? Странно. Окей. Так, а откуда я вообще пришел? А, вот отсюда где-то. Странно. Закрыто. Тут я не могу залезть. А, наверное, я могу. Тут закрыто. А тут? Тут ничего. Я не помню, куда тут идти. Просто не помню. О! Ошибись. Кстати, аптечки. Подожди, три штуки должно быть. То есть здесь две, и там одна еще осталась, наверху. Чё-то я не помнил, куда идти. У меня тоже такие есть. Прикидываешь?
А может быть мне... Да нет. Чё-то я не пойму, куда идти. Хоть убейте, но я что-то не пойму. Здесь? Все. Все. Наверх никуда тут. Дай пройти, дай пройти. А, ты мне должен открыть что-то? Пошли, может быть, ты мне откроешь дверь? Какую-нибудь. Пойдем. Не зря же он тут находится. Типа скрипты. Эта хрень не работает. Ну давайте проведем его сюда, лады. Камон, типок. Идем. Сюда. Не понимаю, куда? Может, взорвать дверь надо? Что-то я вообще не понимаю. Иди сюда. Типок. Нет, он не идет. Куда идти? Тут по лестнице. Такое чувство, что надо по лестнице. А как я тебе тут запрыгну? Я не могу. О. Есть идея. Свали нахрен. Ой, блин. Я малёха перепрыгнул. Да отстань от меня. Все, можешь не ходить за мной. Я понял, куда это надо. Я просто забыл. Так. Аккуратненько. Шмяк. Аккуратненько идем. Вот так. Сейф. Потому что я сейчас по-любому зафейлю. Так, на эту кнопку прыгать, да? Нет, все хорошо. Пича! Есть. Я не зафейлил. Что-то тут будет. Очень нехорошее. По-любому. Что-то тут какие-то звуки, кто тут их издает? О, а вот это я помню, кстати. Ой. Чуть... О! Чего, они по нему не попадают? Капец. Чё вы бегаете?
Я нашел место, где их можно убивать. Сдох? Есть. Сколько тебе надо попаданий? Есть? Кажись, все. Разведаем. Замечательно. И не потратили ни одного патрона, потому что это получается муха плевалки. Так, тут две аптечки, запоминаем. Три даже аптечки, запоминаем. Что тут три аптечки. Блин, я... Ага. О, тут паренек за мной пошел. Так, и там еще. Три. У нас шесть аптечек. Нормально. Сейчас по-любому переход в какую-нибудь другую главу будет. Или типа того. Так, а куда тут идти? Паркур. Паркур, паркур, новое движение. Что-то там еще. Молодежное движение, паркур, паркур. Ой-ой-ой-ой-ой. Паркур, паркур. Так. По-любому зафейлю. Опа. Нет, все хорошо. Ну, благо, хоть не зафейлил. И теперь здесь бы не зафейлить. Есть. Отлично, пока, чувак. И с чем мы запомнили, что тут 6 штук. Что-то я... Босс-вертолет, понятно. Опять этот вертик. А, нет, на этот раз другой какой-то. Эвенджер, как в GTA 5. О, нет. Ну вот. Не попал. Лады. А я могу куда-нибудь... О, щит. Пусть они разбираются сами с собой, короче. Поперли. Куда он побежал? Ну ладно. Пока. Чё, мы не будем по нему скучать? А, ты решил вернуться. А, типа за мной. О, тут еще парни. Ну, скорее всего, так и будет сейчас подкрепление подходить. Я так понял. Ой, блин, я чуть ли его не застрелил. Он меня испугал. Жалко, что это чубик. Я понял вас, короче. Надо как-то поаккуратней. Я, в принципе, могу.
то, что... Как тебя там? У меня тоже мухи есть, понял? Видал? Пока они ни по кому не попадают. Оу. Да пошли вы в жопу, вы чё такие козлы, блин, в натуре? Сейчас эти чубрики пролетят, высадятся. Мне надо бежать отсюда нафиг. Пока он занят. Валить надо. Ой. Пошел ты! Ты что такой? Говнюк вообще в натуре. Короче, пока не разбирается, надо валить. Реально. Сейчас как только начинает, во. Все. Это не наша война. Сами там. Разбирайтесь, пожалуйста. Сейчас вот отсюда выбегает, и мы его... Вот так. Отлично. Воу, черт. Говнюк, блин, ты меня пугаешь. Ай, откуда ты взялся? У нас гости! Жопа! Короче, надо эти. Ты там постой, покарауль пока. А я сейчас. Вот, что возьму. Ты решил ко мне пойти? Ну ладно. Я надеюсь, хвост не привел. Я кого-то слышал там. Такое чувство, что хвост. А что тут? Не, ну я понял, походу. Вау, сучки! Гранатами. Да сука, откуда он гранаты кидает? Вы чё, оборзели, блин, совсем? Они меня бесят. Они кидаются гранатами. Как вы вообще пробежали? Я бы пробежал, я бы помер нафиг. Ну ладно. Я сделал все, что нужно. Я не могу сойвануться. Понял, ты не откроешься. Вот еще чубрики бегут. И бегут сюда. Мама, да пока!
понял. Короче, надо валить отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Ух, ну мы пока в безопасности. Так, давайте здесь сейчас сохранемся, да? Щит. Опять какие-то засранцы бегут, как всегда. А ты откуда взялся, мать твою? Уроды, блин. Да блин, я не успел. Да сучки. Как вы предлагаете мне на геймпаде это сделать? Я не успеваю. Да это тупость. Это просто тупость, я не успеваю вообще ничего сделать. Я на геймпаде играю. Это пока. Да сколько вас там, мать твою? Ладно, все. Хорош. Фу. Это было сильно. Возвращение до фигища, блин. Ну че? Гребаные вертигонты. Так, давай. О! Это я знаю, что это такое. Это батуты. Типа батут. О. Кстати, не наводится на него. Ну ладно. Видимо, не надо. Ну чё, здесь, наверное, я остановлюсь. Ай, какие вы все громкие, капец. Ой-ой. А, не можешь попасть? А я могу. Не попадают по нему. Хм.
Ау. Козлы. Ай, блин, да вы издеваетесь. Ладно, на этом мы закончим с вами данную серию. Не знаю, насколько она была длинная. Что-то, наверное, минут на 30 я явно записал. Тут типа приманка какая-то. На нее типа наводится, что это враг, но как бы наведения такого автоматического нет. Типа какая-то фальшивка. Труп, короче, висит, блин. Ну ладно. Чё, на этом все. Спасибо за просмотр. Кстати, что по стику? Пока что я не замечал, чтобы он залипал у меня. Это пока что, конечно. В будущем, может быть, вообще придется, блин, заказывать, перепаивать. Да, это, конечно, капец. Перепаивать это все, блин. Но стики, увы, имеют такую фигню, как ломаться. Просто даже напросто свой ресурс отрабатывать, и все, короче. И тут ничего ты не сделаешь с ним. И смазывай, и, блин, чисти, толку от этого ноль. Просто надо менять, и все. Да. Ну, ладно, на этом все. Как я и сказал, спасибо за просмотр. До следующей серии. До свидания. Надеюсь, будет интересно. Капец, прям до жути. Ладно, покедово.